Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Охотник за головами». Так, мы с вами остановились на втором эпизоде. Ну что ж, поехали. Так, мы получаем очередное задание от нашего босса, от мисс Росс. И что же она нам повествует? С кем мы будем бороться, а? Какой-то новый лидер появился. Такой качок здоровый. Видать, это главный босс. Кто они такие? Ладно, разберемся. Ё-моё, это кто такой? Слушай, напоминает мне хоккеиста, вратаря. Так, мисс Росс, можно мне, пожалуйста, приступить к заданию, в конце концов же, а? Все, да? Ох, ёлки-палки, ничего себе тут. Ага. Ну что же, Тенти Рэнди, это первый босс, который нас поджидает. Ёлки-палки, да это целая хоккейная команда. Нифига себе, с автоматами. Йо, просто смотри. Убить их всех! Нифига! Повеселились ребята. Просто рокеров замочили и все. Ну что же, погнали тогда. Ёпрсты, ничего себе! Тихо! Так, мало патронов, давай шотган, наверное, возьмем. Ну что же, посмотрим. Пошла ты, козе, в трещину, да? Так, 12 патронов. На, опа. Да ну. Тихо, 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 тихо. А будет у меня лечилочка-то? А что так зверско-то? Так, парень, успокойся. Дай-ка я смоюсь от него подальше. Блин, не то совсем. Завалил. Не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Дайте мне лечилку-то, пожалуйста, а? Ой-ой-ой, надо аккуратнее прыгать-то. Нет, 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 нет! Вау, офигеть, это на самом-то начале? Вот это я отгреб. Так, надо еще более-менее аккуратнее идти. То есть любая ошибка и все, нам кирдык. Что ты там орешь? Орет она мне. Так. А интересно, давай попробуем так сделать. Ха-ха, шикарно. Да че ж ты такой жирный-то? А? Стоит, ждет меня, да? На! Ой, ё-моё, зачем подставляться так? Сейчас добью. На, блин. Готов. Сматываемся. Да, так мы с вами далеко не уйдем, если честно. Мне кажется, пистолет — это самое эффективное оружие. Так, лифт. Что у нас тут? О, чекпоинт, слава богу. Так, возьмем. Ой, тихо, тихо, тихо. Идет опять амбал.
Не надо тут стрелять мне. Дай-ка я гранат. Опа, опа, опа. Дай-ка я, наверное, пистолетик поставлю. Минус. Калаш. Да, да ну. Хорош. Фига вы тут творите делов-то, блин. Давай завязывай уже. Граната, блин, я ее... Ребят, я ее не увидел. Пинка под сраку, иди гуляй. Слушай, а может быть здесь что-то есть у нас, а? Не? Погоди-ка, я что, могу камеру подбить? Сломал типа, да? Ладно. Готовы. Я просто, ребят, психанул уже. Психанул конкретно. Возьмем калаш. Они там стреляют, вдалеке где-то. Не надо сюда идти. Твою же налево, а. Блин, да тут невозможно не отпрыгнуть, ничего. Ты прикинь. Сматываемся. Граната летит. Ребят, давай по-хорошему, а? Разойдемся. Без кровопролития. Стоит там, ждет. Фух, чемоданчик. Блин. Нет, блин, да что ты будешь делать, а? Вот они лютуют, а? Халява кончилась, я так понимаю, да? Теперь будет напряженка, конкретная причем. Слава богу, чекпоинт, хоть добрались до него. Кто-то там куда-то улетел с криками «Ура!». Ага, сюда, значит, нельзя падать. Учтем. Так, ну с этим я разберусь. Отлично. Давай, 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 поднимайся. Ух! Я вижу калаш внизу. Блин. Так, аккуратненько, аккуратненько. Фулл хп. Плюс калаш в руках. Чекпоинт, спасибо. Так, я вижу чемоданчик наверху. Так, тут у нас аптечки. Они здесь не зря даны были. Смотри, что творят, а. Дай хилочку взять. Да, друзья мои. Не все так просто и не все так легко. Он в броне. Давай, иди сюда. Нормуль. Ох ты, ёпрасты, что творит, а? Ты посмотри. Ну-ка попробуем сейчас немножко по-другому. Не прокатил фокус. Ну хотя бы, блин, хотя бы хильнулся. Так, успел взять, подбил. Патрончики собрал. Так, он прячется, да? Сколько ты? Три раза стреляешь или сколько? Раз, два, на! Фух. Так, ничего нету. Дай-ка я здесь проверю, может быть, что-нибудь припрятанное. К сожалению, ничего здесь нету. Ё-моё. Реально сложно. А, первый босс. Ё-моё. Тенти Рэнди. Он меня назвал маленьким мальчиком. Так, что он там делает? Эй! Твою же налево. Так, динамит еще бросает. Иди ты в пень. Хорош. Блин, динамит. Я его не увидел, друзья. Так, понял. Творит, конечно, он тут жесть.
Так, я понял, когда я наверху, он из гранатомета бомбит. Сматываемся. Очень мало здоровья у меня, вот в чем проблема. Иди ты в пень. Так, может быть, я зря. Зря я, конечно, туда сунулся. Давай еще разок. Бросай свой паршивый динамит. Но это пока первая стадия, я так могу понимать. Довольно легкая должна быть. Динамит бросил. Так, надо вон того как-то завалить. Да иди ты в пень. Подбил. Слушай, он меня напрягает. И не на шуточном уровне. Так. Здесь свой динамит разбрасывает. Смотри. Не надо. Опа-на. Пришла бригадушка, друзья мои. И ни одной аптечки не оставили, а? Да хорошо там, успокойся уже, а? Блин. Не успел. Фух. Так. Ну что, поехали. Ну, забрасывает меня динамитом. Не тут-то было, парень. Ага, я просек тебя, я просек. Что ты делаешь? И как ты это делаешь? Так, этого нужно нам подбить с тобой. Готов. Наверху, когда стоим, он шмаляет с гранатомета. Так, и динамит бросает. Давай-ка с этой стороны. Хорош. Так, идет бригада ух, состоящая из двух. Так, лютует. Погнали. Не надо таких фокусов. Так, внизу у нас дробаш лежит, если что. Надо запомнить. Ты успокоишься или нет, а? Когда у тебя вторая фаза-то начнется? Оу-оу-оу-оу-оу. Погнали, да? Аптечка. Фу, взял, успел. Что? Так. Не-не-не-не-не. Так дело не пойдет. Парень, так дело не пойдет. Прячется еще, смотри. Ну-ка, дай-ка я пистолетик возьму. Хорош тут свой динамит бросать. Сматываемся. Ну вылези давай, олух. Не тут-то было. Воу-воу-воу-воу. Не увидел, что подкрепление уже прибыло. Отлично, аптечка. Возьму. Поехали, поехали, вылази. Бежит за мной, гаденыш, а? Ну, высунься. Ну, пока все нормально. Ой! Хорош! Фига ты тут даешь. А сам себя взорвать не может, да? Успокойся. Опять подарочки тут разбросал везде. Слушай, по-моему, он все-таки попадает под свои эти динамиты. Ё-моё, опять подарки. Да, чувак, конечно, лютует. Не по-детски. Ну вылези давай, ты остался там совсем немножко. Готов. Ух, допрятался. Ха, глаза задымились у чувака. Ну правильно, добаловался с динамитом. А это у нас кто такая? Наджа Драго. Погнали. Посмотрим, что это за Наджа Драго.
Так, я могу вниз? Могу. Так, этот бронированный. Окей. Клюшка мне не нужна. Упс. Отлично, подбил. Так, перепрыгиваем. Аптечка. Эй, тихо. Там что-то лежит. Ага, граната. Хорош. Офигеть, они еще тут. Опс. Да ну. Подсраченько дал. Так, у меня есть чем-то? Нету у меня. Так, УЗИ. Забираем. Не-не-не-не-не-не, парень, не надо. Фу. А вот автоматик я, пожалуй, у тебя заберу, парень. Твою же налево, а. Вот они прикалываются-то. Отлично. Разнес их в хламину. Так, тут дробаш, я думаю, не нужен он мне. Возьмем с собой вот так вот. Гранаты. Я забываю периодически использовать гранаты и... Николай, какой еще Николай? Опа, просветил мне этот, прикинь. А ну-ка давай. Не попал, по-моему, да? По мне он. Так, возьму-ка я чемоданчик. Спасибо, что подсказал. Ядрить тебя на корень. Все, нет? Так, какой там все? Там целая арава. Дай аптечку. Сейчас мы его подобьем там, отлично. Так, а как бы верхнего, а? Задеть. Каким образом? О, вот так вот правильно, надо было его просто сбить и все. Ну что там, сдох, нет? Нет, стоит. Вот надо было, да, вот спрыгнуть, чтобы его добить, потерять на этом хп. Тут ничего хорошего нету. Дробаш. Так, у меня фул хп, да? Что-то здесь нечистое. Будет что-то масштабное, по-моему, да? Или нет? Упс. И что? Что за ловушка? Понял. Ядрите меня-то. С какого перепуга-то? Да ё-моё, высунулся. Да, мне бы вон ту на птичку наверху, которая находится. А, подожди-ка. Давай. Фух, тихо. Блин, они попадают по мне. Так, срочно собираем. Еще, наверное, да, будет, нет? Вон там, кстати, автомат. Пулемет даже стоит неплохой. Ну, вот теперь поговорим. Все? Нет. Давай, уничтожаем их. Так, собираем. Блин, еще один. Знаешь, что мне вспомнилось вдруг, игра какая? Target Renegade. Кто-нибудь помнит такую игру? На ZX Spectrum в свое время была такая. Так, сколько у меня патронов? 28. Блин, мне кажется, еще будут враги. Нет? Ну и слава богу. Фу, чекпоинт. Так, погоди-ка, парень. На тебе. А ты что там прячешься? Типа я тебя не вижу, что ли? Дурила, лови. Так, этот в броне. Минусанули его. Так, ныкается. Может мне его вот так вот? Отлично. Так, я смотрю, там внизу он стоит, чудик. Нет, а, он с дробашом. Тогда нормуль. А тебя завалили. Слушай, ну игруха вообще атас. Просто атас, ребят. Напряженка, блин. А вообще приятно играть, когда ты прошел, ну, первый эпизод, да, и на второй переходишь.
Я не знаю, чего тут ожидать. Ожидаем мы тут просто лютость какую-то. Опа, 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 опа. Не-не-не-не-не, не надо. Забираем. Погнали. Ну, вылези. Не хочешь? Готов, парень. Фух. Так, а вот это хорошо, кстати. Не тут-то было, родной мой. Так, дроба... Подожди, а что я дроба что не могу взять? Все. Лифт. Лифт. Поехали. На. Получил свое. Опа. Ничего, это что такое? Ху-ху-ху. Ребят, новая пушка. А ну-ка, проверим. А, у нас босс. Это Надже. Драго. Так, ну что ты себе представляешь, родная моя? Понял? Что? Не-не-не. Так, наверное, мы, наверное, с тобой просто постреляем. Че она катается-то? Ага. Не-не-не. Блин, да ты-то... Толстяк пришел тут тоже мне. Она прыгает за мной. Опять же, пока первая фаза. Что там нам на второй ожидать, я не знаю. Опа, просто перепрыгиваешь. Иди отсюда. Ну, пока ничего сложного я не вижу. Пока все под контролем у меня. Ага. I'll be back. Ты вернешься еще? Окей. Что он там делает? Ой. Ого. Так, погоди секунду. А что-нибудь поменялось в ее тактике, нет? Блин. Погоди, погоди, я не могу немножко понять, что мне тут надо делать. Ага, ну так же перепрыгиваем, да, так же ее ловим. Только вот еще вот этот вот агрегат елозит здесь. Тихо, 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 вспомогаловка пришла. Да иди ты в пень, блин. Ну. Че-нибудь дайте мне в руки-то. Да, блин. Какую, блин. Давай, 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 Рэй. По-моему, эта штука ускорилась. Ведь ускорилась же, да? У-у-у. Она очень быстро двигается. Не надо. Блин, я остался совсем маленько. Ну прыгни ты, блин. Да не... Куда? Чё ты... Есть! Ух! О, друзья мои, с первой попытки. Нифига себе. Черт бы ее побрал, а, эту... Наджу Драго. Ну, какая она симпатяшка-то стала, а, теперь? Смотрите. Офигеть. Шелшок Мурдач. Какой-то еще Мурдач тут появился. Поехали смотреть. Мы что, в канализации где-то ползаем или что? Похоже на это. Точно канализуха, сточные воды, все дела. Погнали. Так, отвали. Не-не-не-не-не-не, никакая граната еще. Блин, тихо, не надо прыгать. Подбил. Да взорвись ты уже, ящик. О, какой ящик, это бочка. Фух. Он в броне, блин. Так, подобьем этого, наверное, хорька, да? Все. Ага, ага. Давай так сделаем, наверное.
Так, быстрее и безопаснее. Жалко, вот эту бочку нельзя пнуть, например, к этому чувачку подпнуть ее, да? И просто... Ох! Тихо! Офигеть! С гранатометом, прикинь? Иди ты! На! Чё ж вы такие бронявые-то, а? Ребятушки. Блин, не то. Тихо. Окей. Не, ну в ближнем бою, конечно, дробовик тут базара нет. Разносит просто в хлам. Взял гранатомет. Нафиг вас всех. Так, будут прыгать сюда ко мне наверх? Их, твою налево. Дай-ка мне вот этот пулеметик. Так, внизу еще один чувак с гранатометом. Давай-ка так сделаем. Не-не-не-не. В живых никого не оставляем. Так, фулл хп. Блин, так неохота здесь все это оставлять. Но придется. Чекпоинт, слава богу. Это что такое? Это кто еще у нас тут такой? Что он делает? Оу. Да ну, блин. Так, подожди ты, ё-моё, я... Чё-то запутался весь. Ой, дурик. Ладно, друзья мои. А, мы тут рядышком, окей. Чё-то я не понял, что надо сделать-то. Не, ну, то, что подбить, это понятно. Окей. Чё, закончили, что ли? Куда ты полетел? Что? Ой. Бочки не надо. Ну где он там? Так, он припарил. Своими бочками тут стрелять. Может быть, нам лучше так вот сделать? С пистолетика побомбить. Ага. Блин, попадает. Гудбай. А дальше-то куда? Так, вниз. Не понял, вниз что ли еще? Ё-моё, тут, оказывается, можно было спуститься. Хо-хо-хо-хо. Так, фулл хп тут у нас. Почему? Аптечек слишком много. Для чего это все? Хм. Очень интересно. Так, наверх я не могу, да? Гранатомет. Черт его знает, что тут лучше взять-то? Чекпоинт, спасибо. Опа-на. Это что за приколы? Мины? Серьезно? Твою ж налево, а? Идите нафиг. Хорошо, так, что это? А, это шлемак упал. Ребят, вот эти двери, мне кажется, откроются. Ты видишь? А, тут мина. И смотри-ка, чемоданчик. Окей. Иди нафиг. И ты тоже. У меня остались только лишь пистолетики. Слушай, я могу забрать? Там же... О, калаш. С калашом наперевес. Поехали. Так, здесь тоже упадет, да? Ага, понял. Так, там калашников еще один. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, бронированный, отвали. Отлично, разобрался. Что-то там... Блин, я думал, у меня гранаты. К ядре не фени его отправили. Так, а что это у нас наверху? Просто лампочка. Неужели босс? Нифига, опять в палатке. Что у них за мания в палатках? Так. Шелшок Мурдач.
Че он там орет? Так, ну с этими разбираемся, это понятное дело. Опа, опа. Что с ним? Так, погоди-ка. Ух, его просто. Так, дай-ка я гранатомет возьму, наверное. Че там с ним, я не могу понять. Акает, окает, что-то, не пойму. И? Да на, еще тебе, мне не жалко. Опа, блин, попал. На-ка. Еще на, блин, кончились. Зачем я подлечился на фулочку, а? Объясни мне. Что-то его ломает, что ли, не пойму. Так, мне надо оружие взять. У чувака ломка просто-напросто. Вот так вот. Ну? О, псих-то, смотри. Что ты творишь-то, парень? Ой, ёпрсте. Да, с ним шутки плохи. Смотри, какой он ненормальный. Да еще и бегает. Так, вспомогаловка. Да куда ты прыгнул-то, блин, ну. Ох, ёпр, нифига он тут. Тихо. Да это жесткач какой-то, блин. Вот он псих-то, а. Вот это псих. Ну-ка. Там что, он не один, что ли? Не могу понять. Ага, понял. Там еще помощничек у него. Не надо вот этого. Так, его ломать начинает. Короче, его что-то там ломки какие-то. Блин, опять. Иди отсюда. Мешаться мне будешь здесь. Но? Да успокоишься ты или нет уже? Но? Ничего не стал делать. Так. Так, подожди. Где он? Опять бегает, да? Псих-то этот ненормальный. Ух, а почему развернулся? Он тогда не поворачивался. Он, по-моему, сейчас... О, он горит. Он какой-то непредсказуемый. Гранаты бросает. Йо, просто тихо. Прикинь, достал даже меня здесь. Аптечка. Ну, это фулочка, да? Пока не будем, наверное, с собой тратить. Опять свои гранаты начал пулять. Дай-ка я вот эту штуку возьму. Жесть. Вот он разлютовался. Так, подожди, надо лечиться нам. Фух. Так, где он? С какой стороны? Блин, опять гранат свои бомбит. Чекаем нафиг. Я даже не знаю, да ну. Просто вот так вот, ребят, приходится от него. Где он там находится сейчас? Понятно. Начинает опять свои гранаты бомбить. Так, дай-ка я возьму гранатомет, наверное. Это зачем он мне? Да ты хорош, успокойся, дурень. Совсем маленечко осталось. Понеслась, блин. Аптечка. Возьму. Да ты успокойся, блин. Чё ты вытворяет, а? Мне нельзя туда, ребята. Что ты там харкаешь-то? Погнали, берем гранаты. Что? Блин, я и не попадаю еще по нему.
Так, а там-то еще, да-да-да, ребят. Про этого-то забывать не стоит. Ну что? Что с тобой не так, парень? Блин, подловил меня. Давай так сделаем. Нафиг. Зачем я это сделал? Аптечку взял, вот дурень. Давай-давай-давай. Ах ты, опять подловил меня. Все? Так, дай-ка я возьму, наверное, вот эту вот пушечку. Ну где ты там? Наверху. Так. Что? А, ну да, конечно же, у него клюшка же еще есть. Да-да-да-да-да, конечно. Спасибо за аптечку. Вот же недоразвитый псих-то где, а? Блин. Да иди ты в пень, что ты там творишь? Вот он лютый-то, чувак, а? У меня есть хоть что-нибудь? У меня есть тут гранатомет. Есть калаш. А ну-ка, погнали. Понятно, сматываемся нафиг. Кстати, вот здесь где-то... А, мины больше нету, да? Он ее взорвал. Давай, давай, давай. Нет! Да что ты, Рэй, что ты... Спускайся вниз. Угу, угу. Понеслась, да? Душа в рай. У меня всего одно хп, ребят. Если я где-нибудь аптечку не получу, все, мне завалит. Ох ты, гаденыш, а. Припарил, серьезно тебе говорю, он меня припарил. Где он там? Ну что ты там ныкаешься? Неудачно. Опа! А вот он удачно попал по мне. Давай так, наверное, сделаем. Как бы тебя, говнюка мелкого, завалить-то, а? Не надо так делать. Да что ты за мной-то преследуешь меня? Поймал все-таки, а? Так нечестно, друзья мои. Так нечестно. Да чтоб тебя. Ну, и чё ты спрятался? Объясни мне. Плохо тебе, да? Сейчас тебе будет очень хорошо. Так, понесла, понесла его. Нелегкая. Все равно задел. Так, нам, по-моему, надо полечиться маленько. На! Чего ты? Опа, 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 на, подловил. А если мы вот так сделаем? Не надо. Так, вспомогаловка пошла прочь отсюда. Давай, ребята, бомбим, блин. Называется бомбим. Так, а если из гранатомета по нему, а? Понеслась, да? Постоим здесь, пускай он пока постреляет. Угомонится. На! На еще, блин, не попал. Оп, оп, оп. Кстати, у нас тут дробовик есть. Я понял тебя. Идем по пятам. Нет, 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 не по таким пятам. Оп, псих-то где, а?
Причем он по мне попадает, я по нему не могу. Блин, где твоя помощь? Мне бы в данный момент не помешало бы, знаешь что? Подхильнуться. Просто хильнуться и все. Есть! Допрыгался псих, ё-моё. Офигеть. Чё, всего одна награда? Да. А это кто у нас такой? Тедди Таксман. Погнали. Тедди Таксман. До сих пор в канализухе, да, ползаем? Ну чё ты там стоишь-то, влыбишься? Ага, с дробашом. Плохо дело. Упс. Тот, не раздумывая, просто взял и бомбанул. Давай возьму дробаш. Так, здесь у нас, я так понимаю, газ. Или пар, пар, скорее всего. Гранату. А куда мне надо идти, в лифт? Ага, понял. Иди отсюда. В хлам разорвало чувака. Дробовик вблизи делает обалденные вещи. Сам не ожидал, что получится. Просто в хламину. Чекпоинт. Нормуль. А чё все дребезжит так, а? Тихо, тихо, что такое там? Что-то все рушится здесь. Калаш. Не надо. Прикольно. На! Дурила, орет мне там. Очень хороший пулеметик лежит. Нормуль. Ну куда ты, вот куда ты бежишь, а? Смертничек. Возьмем. Пошалим маленько с тобой, да? Отлично. 12 патронов, правда? Так, наверху огнемет я вижу. Так, встань, встань, встань. Это гранатомет, ребята, это вам. А если я так? Ха-ха-ха. Блин. Пекаль. Все. Кто такой? Блин, надо было, наверное, гранатомет брать и бомбить в него сразу же там. Окей. Так, внизу ты, посмотри, сколько их там. Не стреляй. Сидит, расслабляется, прикинь. Так, у меня одна граната есть. Что я могу с ней сделать? Одну хорошую вещь. Что? Ты чё? Хмырь, ты не припухли? Пора наказывать. Получилось, да, получилось. Замечательно. Ой, и аптечка. Упс. В этой воде мы как-то хреново прыгаем с тобой, если честно. Фух, чекпоинт. Yes, of course. Тут ничего хорошенького нет для меня? Нету. Блин, наверху коктейль Молотова. Ага, я понял. В чем прикол? Нормуль. Забомбили. Смотри, какая классная штука там лежит. 120 патрончиков. Пойдем веселиться. Блин! Опередили. Опередили меня маленько. Так, броню сбили. Подбили. Так, аптечка там есть. А вот это вот что? Я могу? Не получается у меня туда перепрыгнуть. Обидно, что я всего одно вида оружия могу таскать. Вот это, конечно, недочет. Было бы как в контре. Несколько. И твою налево, блин, допрыгался кузнечиком тут. Так, ладно, 3 хп пока. Этого более чем достаточно. Мне бы дойти до босса.
Чекпоинт. Погоди-ка секунду. Упс. Так дело не пойдет. Как бы сделать-то? А я обратно не могу, да, запрыгнуть? Молодец. Оставил, называется, коктейль Молотова на дорожку. Блин, и двигаемся мы очень медленно в этой воде. Так, давай подойдем поближе. Ну, погнали. Ну, что ты там бегаешь, а? Так, у нас фулл хп, поэтому аптечки-то нам пока не понадобятся. А тут, как назло, их очень много, этих аптечек. И такое впечатление, что не просто так. Если я спрыгну вниз, я сюда уже не поднимусь. Блин. Вот и что делать? Прыгать? Так, может, смоемся, а? Или все-таки бомбанем? А как ты их бомбанешь здесь? Пнуть не могу. Ладно, фиг с ним. Нет, все-таки хочу забомбить. Только вот как это сделать? Ё-моё. Ты видел? Тут чемоданчик, оказывается, был. Но у нас фулл хп, так что я ничего не потерял. Зато Stage Collection собрал. И 80 патронов у меня в данный момент. Ну что, у нас босс должен быть. Сидит там в ладушке. Хлопает. Тедди Максман. А, не Максман, а Таксман. Так, что? Он управляет какой-то системой. Ага, понял. И что? Эй-эй-эй! Тихо-тихо-тихо. Погоди, я могу его самого там... Чё вы делаете-то? Эй! Хорош! Ну, у меня нету больше патронов. Чего он там сказал? Все будет выполнено, босс, да? Ну давай, иди сюда. Так, не понял. Что за, блин, за фокус это? Ух! Обалдеть, ребята. Так, ладно, начало я понял. То есть мне надо разобраться с этими пушками. А потом он вызывает помощь. Так. Может быть, хорош уже тут, а? Все? Надеюсь. Блин, опять я с этим... А, сейчас же пойдет вспомогаловка. Все, ребят, ждем здесь. Блин, горелый. Все, нет. Так, ствол возьму вот этот. Да ты будешь спускаться-то, или что-то там? Или еще должен быть лифт один? О, вышел. Тихо, что ты делаешь? Понятно. Чувак с дробашом шутить не будет. Так, у него перезарядка есть. Это надо учесть. Ну? Кого ищешь-то, меня, что ли, парень? Так и будем... Ух ты! У тебя еще и ближний бой есть, да? Я тебя понял, парень. Как эти, как дурачки, прыгаем друг за другом. Я не знаю, ребята, это первая фаза? Или какая? Ну, первая, да? Ху! Тихо, тихо, тихо! Не надо. Да и дробаш возьму. Получил. Так, тихо. Так, секунду. Я ведь попадаю по нему? Да иди ты в пень, блин! Да твою налево, блин! Я улетел вообще вниз. Да, друзья мои, вот это босс. Попробуем еще разочек. Так, вначале все легко и просто.
Уничтожаем эти пушки. Ничего сложного здесь нету. Так. Окей. Окей. Уничтожаем. Уничтожаем. И последняя пушка. Все. Дальше ждем вражин. Так, вот сюда встану я. Вот сюда. Ну, давайте, олухи. Твою налево, блин. Так, а сейчас он, по-моему, сам выйдет. И мы сейчас будем тут прыгать. А я возьму, наверное, вот так вот. Мне кажется, дробовик здесь будет эффективнее. Тихо, не надо в ближнем бою только. Отходим. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да ну, хорош. Мне и с этим надо драться, еще и... Пушки эти тут. На, получил свое. Блин, пригрел мне, а. Душу. На. Минус. Так, тихо. Че творит, а? Смотри. Успеть надо. Фу. Сколько у меня патронов? 3 патрона. Да ну. Да ты не припухли, а? Танцор тут диско нашелся мне. Ну. Так, сматываемся. Твою налево, блин. Да, походу зависну я на этом боссе. Так, ладно. Надо просто привыкнуть, и все будет окей. Надо просто привыкнуть. Окей. О, блин, все равно задел, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не успеваю, ребята. Так, сейчас выйдут лопухи. Мы их быстренько с тобой расстреляем. И будем уже танцы с боссом делать. Окей, все нормуль. Дай-ка я возьму вот эту вот штуку. Ну давай, 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 спрыгивай. Потанцуем с тобой здесь. Выйдет сейчас. Понеслась. На. Так, отходим. Блин, вот это вот, конечно, то, что они придумали, что я должен тут еще... Так, хорошо, кстати. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо. Успокойся. Ха-ха, обманул дурака. Ах ты, гаденыш мелкий. Пендаля мне дал, понимаешь ты. Да ты успокойся. Упс. Так, уничтожили. О. Да ну. Да ты будешь прыгать-то или нет, идиотина, блин. Я не знаю, что тут делать еще. Так, ладно. Постараемся. Надо постараться очень сильно. Пукалки тут еще эти. Ну. Окей. Так, ждем врагов. Ну давайте, где вы там? Блин, вот все равно все-таки вот надо вот задеть, а? Дробаш. Не, лучше вот так вот. Дробовик потом возьмем. Уже на крайний случай. Ну давай, иди сюда.
Да ё-моё. Так, сматываемся. Ага, уходим. Так, неплохо пока. Потерял меня парень, да? Так, вот это нам не нужно здесь. Нет. Кто кого, что ли, перестреляет, что ли? Не могу понять. Передамажит. Чего он там отсчитывается? Типа, охотник за головами прибыл, да? Фух, друзья мои. Не такой уж и сложный, в принципе, босс. 4 смерти. Да, 4 смерти, ребята. Так, Анхоли Голи. Кто это такой? Что за чудик? Давай смотреть. Ох, что меня тут ждет? Ну давай, вставай. Упс. Давай, давай. Добивать, добивать, отлично. Так, что у нас тут? Стоит там, расслабляет, смотри. На, ножичками. То есть у него броня, потом. Опа. Ты, парень, там не оборзил ли? С такой пукалкой он стоит. Дай-ка я аптечку возьму. Нормуль, все хорошо. Узи. Так. Никто тут меня сзади не прижучит. Нечаянно. Опа. Угостим? Не понял. Выкрутас тут делает. А ствол мне не оставил, да? Спасибо. Так, с гранатометом бежит. Точнее, бежала. Ну, где? Это провал или что? А, понял. Иди отсюда. Фух. Жесть. Так, погнали. Чекпоинт, спасибо. Это всегда приятно. Что? 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 Блин. Так. А, я могу дальше идти уже, да? Или что? Угу. Тихо. Да подожди ты, ё-моё. Подбил. Ух. Толстячок, ты не туда, ты не по адресу бежишь. Блин. Отвлекся на того чудика. Угу, гранат нету. Тогда, наверное, дробовик. Блин, он улетел. Но обещал вернуться. Тоже мне, блин, Карлсон. Упс, обманул. Упс, отлично. Так, аптечка. Блин, аптечка же, говорю. Пошел, проехал зачем-то. Опять лифт. Опять лифт. Вниз. У меня 4 снаряда. Что-то мне это напоминает. По-моему, здесь сейчас будет заваруха, верно? А, чекпоинт. Ну, извините, ребята. Ой, красиво как. Так, а мы, кстати, когда чекпоинт получаем, друзья мои, вы заметили, у нас ХП восстанавливается. Ха-ха-ха. Сухаря. Так, 29 патронов. Аптечка есть, шикарно. Гранатомет лежит, не буду я его брать. Тихо, 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 не надо буянить. Не надо, говорю. Чудик, а. Тихо, вот этого только не хватает. Блин.
Ну, далеко стреляет, а? Чепушила. Двоих сразу же. Да, дробаш — это вещь. Тут не поспоришь. Фул ХП. Нормуль. Чё ты там лыбишься-то? Все равно задел, да? Наверху. Зачем это надо было делать? Вот объясни мне. Стрелять в никуда. Опа, два аж прям целых. Что-то мне подсказывает, что здесь... что здесь босс будет, наверное, нехилый. Так, а что, тут только клюшка и все? Никакого... О, аптечка. Блин, вроде столько оружия оставлял. Хм. Или оно исчезает со временем? Нет. Гранатомет есть. Погнали. Сейчас я их там в хламину разнесу всех. Давай ты быстрее. Где они тут? Прячутся у меня. Ага, вон они, два красавца. Нате! Подарочек. От папочки. Так, меня вполне устраивает этот арсенал. Погоди-ка, может быть, наверное, сделать вот так вот. Упс. Пардончи. Так, ну с этим-то попроще будет. Вот так вот. 87 патронов. Кстати, вот это, видимо, по монитору босс. Да, и мы до него дошли. Судя по всему. Слышите? Рели тач. Слушай, ну вот эта вот штука, ребята, ведь она как-то должна взрываться, ты видишь? Моргает дверь. Ну я же говорю. Поехали к боссу прямиком. Сколько нам придется усилий сделать, чтобы его победить, не знаю, ребят. Хотя бы глянем, что он из себя представляет. Там целая секта, блин. Там курят вон. Подпольщики чертовы, а. У них что тут, под землей целый колизей, смотри-ка. Арена целая даже. Фух. Так. Фига там у него сторонников, посмотри. Да, армия у него нехилая. Ну все, ты нарался? Че он их там бейком и кормит? Сегодня, сегодня, говорит, сегодня свершится последняя битва. Что-то там непонятно. Мы никогда не остановимся. Клюшка у него прикольная. Из нескольких сделано, да? Так, а я появился внизу. Братья и сестры, сейчас я вам продемонстрирую шоу с этим гостем. Ну давай посмотрим, что ты вообще себе представляешь, парень, для начала. Твою ж налево. Так, 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 это что у нас за гаденыш тут появился, говорит? Что-то маленькая мышка попала в пасть ко льву. Сэр, прошу последовать за мной, типа. Да, давай проверим. Игра началась. Опа. Тихо. Чего? Я не понял, что он там делает. Ну-ка. Ух ты. Ой, зачем я так подставился-то? Нормуль. Блин. Да нафига ты. Первый блин комом, ребята, сами понимаете. Надо понять его тактику.
Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот меня и прижучили. Погнали. Пока, в принципе, друзья мои, ничего страшного нету. Но это пока. Так, секунду. Так, побежишь, нет? Ну давай, беги. Все, я тебя понял. Так, мне надо было гранаты, наверное, подобрать. Не понравилось, да? Так, у меня еще и... А, нет, не кончились. Так, угостим его, наверное. Не попал. Опачки, да? И не тут-то было, парень. Ага, готовимся. Все, нет? Ну и куда ты? Та же самая стратегия у тебя, что ли? Ну пока да, пока то же самое все. Твою налево задел. Попал. Упс. Так, пол хп я ему снес. Пока. Так, еще, да? Ну, кто еще хочет? Дай-ка ему звездану там. Вот псих-то, а, где? Ну, может, угомонишься ты уже? Давай, я жду. Так, что-то он, ребята, поменял стратегию. Блин, у меня какие-то куртики, херортики. Так, опа. А я не успеваю ничего сделать. Парень, может, ты успокоишься уже, а? Дай-ка я... Так, ждем, ребята, гостей. Подождал, блин, называется. Гранатомет мне дали. Для чего? Чтоб в него бомбить, естественно. Для чего еще-то? Опа, опа. На. Ёпрсте. Так, что он там? Улетел куда-то. Кто-то там бежит. Укол ему делает. Что ты делаешь? О-о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 . И что дальше? Фига ты, лютик. Так. Предположим. Пострелял, бросает. Нет, он не бросает. Коса. Так, наверх будет прыгать? А, надо было присесть. И что, все заново? Друзья мои, на этом боссе я зависнул. Походу дела, да? Зачем так сделал? Не понимаю. Ну давай. Вот так вот, да, значит? Так, ждем гостей. Дайте мне подлечиться маленечко. О, здоровья так что так мало, мне оставили. Друзья мои. Будешь прыгать наверх? Нет, не хочет. Погнали. Так, сейчас побежит, наверное. Так, понеслась. Так, пока все ровно. Пока все хорошо.
Так, ждем гостей. Спасибо. Куда приземлишься, упреныш? Может, гранату ему кинуть? Пока все солидно. Блин. Немножечко мне подпортил. Хорош там уже ржать, дурень. Опа. Твою ж налево, а? Ты прикинь, как он меня подколол сейчас. Да ну. Завязывай давай. Так, главное, гранатомет тут есть. Лежит рядышком, да? Блин, все-таки саданул. Все-таки, друзья мои, саданул он меня. Но, побежишь? Куда он денется-то? Опять задел, а? Так, ребят, сейчас он будет получать инъекцию. Угу. Твою ж налево. Да ну. Дай-ка я его так, наверное. Так, разгоняется. Упс. Что дальше? Коса, конечно же, коса. Поехали дальше. А будет помощь твоя? Вспомогалка-то придет сегодня или нет? Я не могу понять, придет или нет. Мне нужно подлечиться маленечко. Не хочет вызывать помощь. Поехали. Так. Ну, можно из пистолета, наверное, побомбить. Для начала, я думаю, да? Ничего страшного там не будет. Так, сейчас побежит. Наготове. Окей. Понеслась. Блин. Так и будем, что ли? Нет, ну лучше, наверное, все-таки из автомата. Поехали. Окей. Давай, спрыгивай. Так, ты будешь гнать? Давай, беги. Окей. Давай здесь подождем. Упс, так. Я готов, друзья мои. Разобрался. 165 патронов. На первое время хватит. Упс. Нет, парень, так дело не пойдет. Ох, саданул. Вот это, ребята, было плохо. Что он все-таки по мне попал. Так и хочется в него гранату запульнуть, если честно. Давай так, наверное, сделаем. Что, опять помощь? Валим. Так, 187 патронов. Иди ты в пень. Не попал. На-ка, угостись. Блин, если бы я еще попадал бы по нему, цены бы не было мне. Ну что, будешь бежать? Так, понеслась. Опа! Вот здесь он меня, конечно, обманул. Вот здесь он меня подхитрил. Зато здесь я его подловил. Жду, жду, жду. Опа. Смотри, смотри, что делает. Психует. Так, опять, что ли, помощь?
Блин! Как же так получилось-то, а? Поехали дальше. Подавись, гаденыш. Упс. Подловил. Подловил псина. У него здоровье там осталось, на расплюнуть. Все. Так, сейчас он будет получать супер инъекцию. Ой, друзья мои. Главное не лопухнуться. Ха-ха-ха, довольный такой. Так. Не надо. Вот это вот чудачество, пожалуйста, не надо мне. Да ну иди ты со своей косой к ядрене фене. На самом деле это не коса у него, а. Так, коса. Клюшка у него как коса, типа того. Так. Ну, беги. Так, где оружие? Вот оружие, ребята. Запуливай. Беги. Погнали. Ну нет, парень. Только не в этот раз. Слушай, я надеюсь, у нее не будет тут третьей формы. Кто его знает. Есть, друзья мои. Фух. Твою ж налево. Ну что, друзья мои, мы с вами прошли третью стадию. Точнее, вторую стадию, конечно же, вторую. Я просто смотрю здесь. Вот здесь три смерти. Вот. И у нас следующий эпизодик, который мы будем проходить уже в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.